Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал «Женские секреты». Сейчас идет дождь, на грядках работать невозможно, поэтому решила немножечко пофантазировать. Вот есть розочки молодые, у которых первый бутон рекомендуется удалять. Конечно, их очень жалко резать и хочется посмотреть на цветение, но тем не менее для розы это важно. Расцветку я уже посмотрела, поэтому бутон обязательно срезаю. Вот такая красивая розочка. Это сорт Ассирия, но для того, чтобы куст набрал силу, конечно, ее нужно срезать. Такая же история с эустомами, такая же история с пионами. Если у вас есть молодые пионы и там всего один или два бутона, чтобы куст не истощался, конечно, эти бутоны желательно срезать. Обычно срезанные бутоны жалко выбрасывать, и мы вот ставим их так. Но, конечно, согласитесь, красоты цветку это не придает. Поэтому решила я сделать небольшую полянку. Взяла плошку, налила туда немножко воды на дно, положила мох сфагнум влажный, которым я мульчирую посадки. На ближайшей болотной кочке набрала такой зелененький мох и буду делать такую пушистую полянку. Вот такая основа у меня получилась. Она очень хорошо держит влагу и в то же время в нее легко втыкать растения. Для декорирования я взяла несколько листьев с пиона, который уже отцвел, и несколько листьев с примулы. Получилась у меня вот такая вот кочка. В принципе, пионовых листьев было бы достаточно. И теперь беру розочки. Набрала я вот где-то подломанные, где-то чуть-чуть подвявшие. Где-то единственный бутон. Нижние, конечно, вот эти, эта розочка, которая уже отцветает. Нижние лепестки, подпортившиеся, нужно убрать. И составляем композицию вот сюда в лукошечко. Вот такая композиция у меня получилась. Здесь розочки, флорибунды розочки. И простые, и чайно-гибридные. Выглядит достаточно нарядно. Можно поставить где-то на веранде или даже не стыдно поставить на праздничный стол. Единственное, что низ тогда у плошки нужно задекорировать или взять какую-то более красивую посудину. Поливать можно сюда же прямо в мох и периодически какие-то цветочки, которые уже потеряли привлекательность, можно заменить на свежие. Вот такая вот идея для того, чтобы не выбрасывать бутоны красивые. Там бывает где-то подломились. Очень симпатичная получилась корзинка. Во всяком случае, лучше, чем вот это вот в рюмочке смотрится. Кому понравилась идея, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего летнего настроения, красивых цветов. С вами была Елена и канал «Женские секреты».